Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет! Xiaomi Redmi 4 получит цельнометаллический корпус со сканером отпечатков пальцев. Изображение Xiaomi Redmi 4 было опубликовано день назад одним из пользователей сервиса Weibo. Фотографии подтверждают главную особенность нового представителя самой бюджетной линейки компании – металлический корпус в паре со сканером отпечатка пальцев. Предполагаемые характеристики Xiaomi Redmi 4 – 5-дюймовый Full HD дисплей, 8-ядерный процессор Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц, построенный по 14-нанометровому техпроцессу, графический ускоритель Adreno 506, 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти, 16 или 32 ГБ внутренней памяти, Android 6 Marshmallow и сканер отпечатка пальцев. Итак, беспроводные интерфейсы у нас LTE, плюс Volt, Wi-Fi, 5 ГГц, Bluetooth 4.2 и GPS. Возможно, новинку покажут уже 25 августа. Xiaomi также может в скором времени анонсировать флагманский Mi Note 2 с топовым чипсетом Snapdragon 821 и двойной 12-мегапиксельной основной камерой. Вот такие вот дела, ребятки. Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока!